Буква «Л» в нашем восприятии вызывает неоднозначные ассоциации. Люди, в имени которых есть мягкий знак, обладают редким талантом избегать ссор и конфликтов. Часто они вообще не имеют врагов или недоброжелателей. Люди, которые имеют букву «Р» в имени, обладают большой силой и храбростью, но также им свойственна небрежность. Носители этого имени с буквой «В», возможно, ждет отход от истины к заблуждению. Кроме того, они иногда находятся в вечном поиске чего-то, что понятно только им. У носителей имени есть скрытые мотивы, множество поступков, целью которых является занять весомое положение в своей профессиональной сфере и в обществе. Буква «Т» дает человеку настырность. Эти люди умеют разделять и классифицировать. Звук «Э» воспринимается окружающими как подбадривающее восклицание, и поэтому владелец этого имени им нравится. Буква «Л» в этом имени придает личности артистизм, богатую фантазию, литературные способности. Владельцы этого имени восхищают своим живым воображением, творческими и интеллектуальными способностями, своей оригинальностью. Не терпят владельцы этого имени праздной жизни и готовы к подвигам. В отношениях владельца имени проявляет инициативу и очень часто собственнически относится к партнеру, считая себя единственным спасителем. Буква «Р» в имени символизирует решительность, высокую работоспособность, умение правильно анализировать ситуацию. Данному имени приносит удачу цвета солнца – золотой, желтый, бронзовый. Звук «Л» дает людям любовь ко всему красивому, они верны в любви и способны вызвать к себе расположение. Звук «В» указывает, что обладатель имени изобретательно пользуется коммуникабельностью и внутренним единением с природой. Из них получаются хорошие бизнесмены и журналисты. Носитель этого имени часто неукротим и склонен к дерзости, но дерзость проявляется очень мягко и звучит как требование. Любопытство, иногда чрезмерное, пронырливость присущи этому человеку. Некоторая отрешенность и неуверенность, заключенная в букве «И», мешает быстро принимать решения и замедляет реакцию. Если родные и близкие ударяют и издают звонкую букву «Б», называя владельца полным именем, то это считается признаком большого авторитета в семье, также значит потребность человека в острых ощущениях. Бывает, что обладатели буквы «В» в этом имени являются романтическими натурами, они способны быстро установить контакт с людьми, прекрасно разбираются в философии и психологии. Они всегда стремятся действовать. Про таких людей часто говорят, что они не от мира сего из-за склонности к фантазиям и душевной доброте. В страсти к разнообразию, особенно в мелочах, может проявиться мотив его жизни. Даже в самый уравновешенный характер мягкий знак в этом имени вселяет элемент неуверенности и сообщает характеру дипломатичность как защитную реакцию на грубость, давление со стороны. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.